Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Я хотел бы высказать свое мнение и свою такую мысль по поводу того, что я не поддерживаю в Украине ни одну из партий существующих, ни одного из существующих политиков, каким бы мне его ни рисовали, хорошим, умным, честным и тому подобное. Просто не поддерживаю никого, никакого ни политического деятеля, никакого ни общественного там активиста и тому подобное. Просто не поддерживаю и все, потому что весь опыт мой жизненный и опыт наблюдения за политическими и там социальными процессами в стране и опыты 8-летнего, уже будет скоро 9 лет, как я снимаю, фотографирую на видео, на фото различные акции политические, различных партий и тому подобное. И он мне говорит, что поддерживать, что гнобить ближнего своего за то, что он не следует за моими какими-то там идеями, за теми, так сказать, в кавычках, политическими светилами, которых я поддерживаю, это полная глупость. Нельзя никого из политических партий и политиков в Украине поддерживать. И так как тут все построено на лицемерии, обмане, хитрости, коварстве и тому подобное. И чем хитрее и подлее человек, чем он может больше лапши навешать, тем он может больше достигнуть в этой политической жизни, социально подняться над другими и тому подобное. Поддерживать партию любую, какая бы ни была там идея светлая, в кавычках, ни в коем случае нельзя. Считают, что мы просто, если будем друг друга гнобить или отдаваться всей душою какому-то там политику, партии, просто это будет называться, что мы помогаем ему достигать карьерного роста. А по сути ему на нас плевать, это мягко сказано. И достигать и добиваться кому-то карьерного роста, хорошей зарплаты, почета и тому подобное. Даже в карантин эти люди могут себе позволить много. А те, что голосовали за них, те, что гнобят друг друга за них, они сидят по домам, для них закрыт общественный транспорт, не ходит, ничего. И я не хочу поддаваться этому всему бреду, который происходит вокруг меня. Считают, что никогда нельзя поддерживать никакую общественную организацию, никакую политическую партию, никакого политика. Иначе ты будешь просто обдуренный, просто тебя будут считать за лопуха, которого можно навесить лапшу и пробиться через тебя в высшие какие-то сферы общества. И быть этим дураком нельзя. Никому из политиков, гражданских этих активистов, никому, ни копейки, ни голоса, ничего нельзя отдавать. И это будет самое правильное
решение и больше тут нечего сказать. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. Всем благополучного дня.